Похоже, во время новогодних праздников поющие ведущие позволили себе лишнего. Поклонники обсуждают внешний вид Ольги Бузовой. По мнению публики, 35-летняя певица, видимо, бурно отметила новогодние праздники. Из-за этого воспитанница Дома 2 опозорилась на сцене. Во время выступления исполнительница хита «Малополовин» выглядела далеко не лучшим образом. На печальное состояние Ольги Бузовой обратила внимание скандальный блогер Лена Миро. Женщина отсчитала звезду. «Бузова, ты себя в зеркало давно видела? Без фильтров и фотошопа, а как есть?» «Кадры с твоего недавнего выступления. На них я вижу сильно уставшую возрастную женщину с отекшим лицом. Рот расхлябан, морщин много, птоз жуткий», – написала обозревательница в блоге. По ее мнению, Ольга выглядит значительно старше своих 35 лет. Мол, на лице у певицы запечатлелся образ жизни, которую она ведет. Отдельно блогер раскритиковала фотосессию с тигренком, которую устроила Ольга. «И больно, и страшно, и жалко тебя. Но тигренка не все же жальче. Просто потому, что выбор образа жизни, который совершенно недвусмысленно опечатывается на твоем отекшем лице, ты делаешь сама. А тигренок фотографироваться с тобой не выбирал. Его заставили», – заключила Мирон.